Вот мы побывали в Магните, а теперь панорама Шаранговича вечером в субботу. Трубы ТЭЦ впереди. У нас такая окраина, где нормальный свежий воздух. Да, Свет? Роза ветров на Малиновку идет. Иногда редко-редко кинется сюда к нам. Чисто, хорошо, красиво. Смотрел, что дешевле, каршеринг или такси. Временно без машины. Видимо, придется взять такси. Съездить на дачу завтра. Вот такая красота у нас. Березки. Улочки. Улицы. Небо чистое. Погода прекрасная. Класс. Трубы, церковь. Да, такой Свет. Урбанистический пейзаж. Трубы и церковь наша. Решили прогуляться вечерком. Ну, дома эти позже 95-го строились напротив. Вот. Был мой дом, этот Шарангоча 52, а потом твой этот. Все потиху. А этих вот не было. Не было. Здесь. Да, они как-то вот так с угла там с глубины начали. Да. Резилка страшная. Ой, да, было что вспомнить, кошмар вообще. Ни дорог, ни на Лесной ехал, когда меня Димка вез сегодня, буксировал, рассказывал, что там среди леса такая была лесная дорога, вот к Одинцово туда, к поликлинике нашей, когда, помнишь, та еще была? Какая собака интересная, смотри. Класс. А, это чубатый какой-то там, или хохлатый. Вот такая пешая экскурсия. Вот каршеринговая машинка стоит. Как раз возле дома. Да. Пойдем почитаем, что на ней.